Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе мы с вами поговорим про скрытую халяву в PUBG Mobile. И это не кликбейт, ребят, потому что разработчики сегодня в игру добавили событие, которое появляется рандомным образом у игроков, где можно получить постоянные скины абсолютно бесплатно. Вот такое вот решение от разработчиков, если честно, удивили. И мы прямо сейчас в сегодняшнем видосе рассмотрим данное событие, потому что у меня оно появилось, ребят. И я вам прямо сейчас покажу, что же там за скины можно получить абсолютно бесплатно. Также они добавили еще одно событие. Вот оно, ребятки. Здесь можно и бесплатным образом получить определенные награды, но, конечно же, и за ЮЦшки. И это мы с вами тоже разберем в сегодняшнем видосе. Поэтому, ребят, обязательно смотрим до конца. Также не забываем прожимать свой царский лайк. Не забываем, ребятки, про розыгрыш РП, который я запустил во вчерашнем видосе, потому что результаты будут уже в начале следующей недели, то есть через пару дней. Ссылочка на розыгрыш есть в описании. А также не забывайте, ребятки, что уже очень скоро, ну, возможно, через несколько часов, максимум день, но несколько часов все-таки будет, появятся видосики у нас с прокачкой аккаунта, где вы тоже сможете поучаствовать. Для этого всего лишь нужно будет выполнить условия. Так что, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать видосы. Ну а мы начинаем. Всем желаю приятного просмотра. В общем, с самого утра мне начали подписчики скидывать именно вот это вот событие. Вот это вот событие, которое рулетку, да, говорят, там Dream есть халява, сделай видосик. Ну, в принципе, там есть и часть доната, поэтому я решил, что видосик делать не буду, да. Но после этого просто зашел в игру, ребят, начал листать именно другие события, которые добавили. Здесь добавили опрос, если вы видели, да, вот такие вот события еще есть. И наткнулся на вот такое вот событие, которое мне почему-то никто не скидывал. Испытание «Звезда удачи». Скинул своим модераторам в Телеграм, спросил, есть ли у вас такое событие. Мне модераторы написали, что у них нету. Ну и, в принципе, зашел я в данное событие и зашел почитать правила, да? Что же за правила, что это же за событие? В общем, смотрите, ребят, последний пункт. Доступ к событию открывается случайным образом. Следите за уведомлениями в игре. То есть, когда вы заходите в игру, у вас появляется баннер. И если вы перейдете по этому баннеру, тогда у вас это событие может появиться. Или просто может появиться, потому что у меня баннера не было. Но когда я второй раз зашел, он у меня появился именно, да? Ну вот эти, которые вначале бесят вас. Так что, ребят, вот такое вот интересное решение от разработчиков. Вот эти вот скины можно получить бесплатно. То есть здесь вам ничего платить не нужно. Это как у нас ранее, если вы помните, были именно события, где можно было выбрать один из костюмов, да, или, к примеру, скинов, выполнять именно там определенные миссии и, в принципе, получать именно монеты, а потом взамен забирать именно награду. Так вот, здесь, в принципе, такая же история. Смотрите, в период действия события игроки могут выбрать один предмет из призового фонда. Игрок получит временную версию предмета сразу после выбора. У нас также было, если вы помните, да? Потом игроки могут зарабатывать очки, выполняя миссии в период действия события. Используйте их, чтобы обменять временную версию на постоянную. И все. Ну вот третий пункт, конечно же, меня удивил, что появляется случайным образом. То есть здесь уже, и здесь уже, ребят, чтобы получить на халявный скин, вам должно повести, или вы должны быть внимательны, чтобы не пропустить им на уведомления о данном событии. Ну и короче, данный костюм мне, конечно же, не интересен. Данный костюм, ну, более-менее нормальный. Скины на Вектор, ну, скины на Вектор, вот этот вот белый кролик, он еще интересный, да. И плюс еще и вот такой вот костюмчик есть. Я, если честно, думаю, или костюмчик «Красная угроза» взять, да, или вот этот вот «Вектор». Потому что он, ну, олдовский, если я не ошибаюсь, потому что такой был микроавтобус именно еще, если вы помните, давным-давно для карты «Миромар» скинец. Да, на «Миромар» был скинец. Я его, к сожалению, не заполучил. Ну, наверное, выберем костюм. Давайте возьмем костюм, я думаю, будет шанс еще забрать какую-то награду, потому что событие будет аж до 26 числа, то есть целых 20 дней. А если вы помните, в прошлом событии такого типа, там было у нас только 3 скина, их все 3 можно было забрать. Ну, если вы все правильно выполняли, вовремя и так далее. Поэтому я думаю, что возможно, можно будет еще и другие именно забрать именно награды. Я не думаю, что только одна будет. Но посмотрим, здесь я утверждать ничего не буду, ребят, потому что здесь написано, что один предмет только можно выбрать, видите, из фонда. Поэтому посмотрим, как это будет выглядеть. В общем, выбираем костюмчик, я думаю, да? Или Вектор, вот даже не знаю. С Вектором я вообще не играю, но только если для коллекции. Да и с костюмчиком этим я тоже гонять, наверное, не буду. Но пусть будет скинец на Вектор. Ладно, пусть будет Вектор, это более-менее именно алдовский скинец. Нажимаем для получения. Выберите награду, чтобы получить временную. Окей. Полученные награды будут отправлены вам на игровую почту. В принципе, так же было и тогда. И вот миссии, ребят.
Пожалуйста, вот миссии. Да, начнется испытание. Спасибо. Завершите одну классическую катку с друзьями. Так, выживайте в общей сложности 15 раз в классическом режиме. Нормально. Проведите в игре в общей сложности 60 минут. Окажите помощь в общей сложности 3. Ага, 3 раза поднять надо, я понял. И войдите в игру сегодня. Ну, я, в принципе, зашел. О, смотрите, мне почему-то все получить высвечивается. Поздравляем, вы заработали 5. Ага. Ага. Ошибка при получении миссии не завершена. Я вас понял. Так, короче, это событие продлится еще 20 дней. 5 очков забрал, да? То есть, получается, ежедневно можно будет забрать по 20, 55, да? 55, 10 дней. Смотрите-ка. Я все-таки думаю, что можно будет еще и костюмчик забрать, ребят. Событие длится 20 дней. Если 10 дней выполнять все эти миссии, если они ежедневные, да, потому что здесь, ну, не написано, что... А, смотрите, еще есть. Ага, а есть еще и недельные, понятно. Не, ну в принципе шанс есть, ребят, забрать отсюда все награды. Ну, я имею в виду две хотя бы награды. Так что, ребят, будьте внимательны при входе в игре, чтобы не пропустить вот это вот событие. Потому что оно очень даже неплохое. Поставьте 20 раз товарищам во время события. А что поставить, не написано. Сыграйте 10 матчей и так далее. Ну вот эти, которые по 40, они вроде бы еженедельные, если не ошибаюсь. Также у нас было в прошлых событиях такого типа. А вот эти, на которые помельче, они именно ежедневные, наверное. Но здесь не указано, тогда у нас было указано, если вы помните, ежедневные и еженедельные. А здесь такого не показано. Ну, наверное, смотрите, входите в игру в течение 5 дней. Наверное, это, да, это то же самое, сыграйте 10 матчей. Да, вот эти, которые по 40, это еженедельные. И я вам говорю еще раз, ребят, есть шанс именно забрать этот скинец и еще костюмчик, как я понимаю. Так что берите на вооружение, будьте внимательны, если увидите баннер, ребят, обязательно нажимайте на него, чтобы вы могли, конечно же, поучаствовать в данном событии и забрать вот эти вот награды. Что награды очень даже неплохие. Так, оно должно быть у нас на почте. Вы получили, да? Есть контакт. Ну и теперь давайте разберемся вот с этим событием, да, которое мне тоже ребята кидали. Здесь у нас событие, ребятки, максимально простое. Есть, во-первых, награды, которые можно заполучить. Вот они, да, вот в обменнике можно их забрать. Кстати, у меня костюмчик имеется, оказывается, нормально. Я его давно, наверное, получал. Есть, именно, видите, вот кепочка именно для моего костюма. 15 монет стоит, популярность, следы полетов, конечно же, круто. И все это можно забрать за монетки. Где можно получить монетки? А вот здесь, смотрите. В золотом сундуке у нас падают монетки. В серебристом у нас может упасть или костюм, или джишки, или купончики. Короче, все, что хочешь. А вот в этих самых у нас простых кейсиков может упасть скидка или временные костюмчики, или снова же ППшка, джишки или серебро. И все это за ЮЦшки, ребят. Я уже один раз крутанул, там была скидочка, да. В принципе, давайте еще раз крутанем. Мне шестерка, кстати, падала. Давайте крутанем, я вам покажу, как это работает. Вот, нажимаем за 300 ЮЦшек, окей. Крутится компас. Остановись давай на чем-то, на трешке, ладно. О, на компасе еще раз крутится бесплатно. Пятерка, огонь. И я получил именно, как видите, джишки, да. Это потому что у нас серебряный кейс. Из золотых кейсов их только две штуки, как видите, да. Вот, к примеру, сейчас нужна единичка. Если сейчас нам упадет единичка, то будет мега круто, потому что нам дадут оттуда именно монетки. Но нифига. Мы получаем с вами купончики. И вот таким вот образом это работает. Вот нажимаете, крутите и, в принципе, как говорится, рандомным образом получаете награды. Ну, такое себе. Все это за ЮЦшки, ребят. Поэтому, если вы себе хотите этот костюмчик отсюда забрать, или у вас есть шанс выбить его из кейсика серебристого, да, и остальные награды, или накопить монеты, чтобы забрать их из обменника. Вот такое вот событие. Если кому-то было интересно, как это работает, все максимально просто. Так что, если хотите, можете испытать свою удачу, покрутить здесь за ЮЦ-шечки. Может быть, вам повезет, да, и вы сможете забрать что-то сюда. Но это уже решение за вами, ребят. Я вам рекомендую лучше, конечно же, ждать им на уведомление о вот этом вот событии, потому что здесь все намного круче. Все, на этом, в принципе, все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо за лайки, спасибо за подписки, ребятки. Не забывайте подписываться на Telegram, ссылочка есть в описании, потому что, ну, там вся самая полезная и быстрая информация даже про данное событие. Я уже сказал в Телеграме и сказал, что сейчас видосик заперю, да. Поэтому будьте внимательны, подписывайтесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Дрим. Всем топ-1.